Местные выборы все никак не придут к логическому завершению. Третий день избирательные комиссии находятся в ожидании, чтобы сдать бюллетени. Две тяжелые ночи позади, а впереди, похоже, третьи сутки без сна. Члены избирательных участковых комиссий уже который день надеются услышать свой номер из списка. По словам смелых и выносливых людей, прошлая ночь далась непросто. От холода укрывались в здании или полицейских машинах, которые дежурят с представителями комиссий. Вчера тут была очень сильная давка, было огромное количество людей. Все пакеты с пломбами, где были бюллетени, коробки, они были внизу в ногах. И, соответственно, по ним прошлись, на них падали, их вот так перебивали. Только можно, нам сорвали пломбы, к сожалению, порвали их, мы склеивали их скотчем. Я не знаю, примут ли их вообще сегодня. Вот. Ну, мы переживаем по этому поводу, переживаем по поводу протоколов, потому что у нас на один протокол вылили кофе во время давки, он испорчен. Подобной проблемой столкнулись многие участковые комиссии. Но, несмотря на это, в зале приема мешков с ценной макулатурой с пониманием относятся к ситуации и усталости людей. Тех, кто успешно сдал бюллетени, коллеги по несчастью приветствуют аплодисментами. Спустя двое суток избирательные комиссии наконец-то попадут домой. Мы сутки работали на ДВК, потом мы сюда приехали, я сюда приехал где-то в час дня. Тут была очень большая очередь, до 4, то есть была просто живая толпа. Люди заходили как попало, то есть кто сильнее, там, кто прошел, кто хитрее. Потом сделали, получается, списки. Мы еще 30-е были, и мы сутки. А тут есть люди, которые 400-е в списке. То есть вы сами понимаете, как это. Это сутки, двое, трое тут сидеть. Ну еще сейчас хоть комиссия начала нормально работать. Комиссия работает без больших перерывов. На каждый участок выделяют от 20 минут до часа. Прерываются только на перенос мешков с бюллетенями, когда их в помещении становится слишком много. Сюда передают данные о результатах голосования за районные и областные советы, тогда как в районной администрации за мэра и депутатов городского совета. В Малиновской районной администрации все происходит гораздо спокойнее и очередей уже нет. Большинство участков сдали свои бюллетени и после долгих часов на ногах спокойно уходят домой. Члены комиссии рассказывают, большинство ошибок случалось в протоколах всего лишь из-за усталости людей или неопытности членов комиссии. Тут коридоры уже пустуют. Последние участковые комиссии находятся в приподнятом настроении, так как точно знают, что уже скоро смогут быть свободны. На нашей территории 85 комиссий, около 60 уже сдалось и все в порядке. Остальные уехали на уточнение. И есть несколько комиссий, которые остались на перерасчет полностью бюллетеней. Часто это невнимательность человеческая, по сути. И по большей части граждане, даже члены дельничей комиссии, именно на дельницах, они не очень хотят читать законодательство, хотя в Выборчем кодексе довольно-таки подробно описано, как, зачем, что делать, просто по пунктам. Если люди бы это сделали, сели, разобрались бы, потратили несколько часов, было бы намного быстрее. Утро Малиновская районная администрация встречала вместе с полицией. В одной из уборных зданий член территориального избиркома обнаружил дымовую шашку. Однако на работу это никак не повлияло и заседание не прерывалось. Правоохранители эвакуировали первый этаж, а как только выяснилось, что угрозы нет, все зажило в привычном ритме. Так получилось, что именно я ее обнаружил при посещении уборной мужской. Я увидел предмет, который просто, ну, были буквы, которых я до этого никогда не встречал. И уже вышел, думаю, а ну, в Google забью, что это такое. Понял, что это написано, ну, дословно на это, ручная дымовая граната. Испугало слово граната. Тут же подошел к сотруднику полиции, говорю, так и так, там такой-то предмет. Он зашел, они эвакуировали даже первый этаж. И приехали кинологи, проверили, что это не взрывчатка, и после этого ее запаковали, увезли. Если работа некоторых районах избиркомов скоро подойдет к логическому завершению, то насколько затянется ожидание на Косовской, остается только гадать. Татьяна Бурумбей, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».